что свет покинул эту землю. Здесь почти не видно солнца. Ледяной ветер пробирает до костей, а вы даже не дрожите. Милорд, с вами все в порядке? Все войска высадились, капитан. Почти. Только несколько кораблей. Хорошо. Наша основная задача — разбить лагерь и организовать оборону. Мы должны быть готовы ко всему. Приветствую вас, ребята. Вы на канале Rolly Game Online. Вы готовы ко всему? Потому что мы продолжаем играть в Warcraft 3, и это Nordcall, наш Артас, привел сюда своих людей, и мы начинаем искать этого негодяя Мал'Ганиса. Так, давайте пойдем вниз сначала. Вы же знаете, что я люблю там всякие штучки проверять. Так, потом уже пойдем дальше. По заданию. Жалко, что с нами не поплыл рыцарь, хотя бы один. Конечно. Или гном с ружьем. Разумеется. Ну ничего, новых сделаем. Пока будем волков этих позорных северных убивать. Кстати, обратили внимание в интерлюдии, которая была в прошлой серии? Они труп сбрасывали в море. Это, блядь, нелогично. Честь и отвагу. Трупы в воду. Убегает он, да, северный тролль какой-то. Хороший ледяной тролль. Берсерк. Ледяные тролли. Спасибо. Так, сначала хиллера, потому что я вижу, он лечит. А чё ж ты себя не лечишь, а, дружочек? Правосудие настигло тебя. Разумеется. За честь и отвагу. Нет, хиллер, ну ты, конечно, я понимаю, что ты Рэмбо, но... Разумеется. Так делать не надо. Брэд, тебя лечить теперь. За моего отца. За моего отца. Тоже за себя. За честь и отвагу. Твой отец там, наверное, в шоке после того, что ты начудил. Мощное зелье исцеления. У меня такое уже есть. Спасибо. Ощути мой гнев. Ты лечишь там? Что я вижу, ты не справляешься. Пехотинец немного раненый. Правосудие свершится. Недостаточно места. О, зелье маны. Вот это мы можем взять. Хороший план. Мы сейчас сделаем вот так. За честь и отвагу. Разумеется. А это не доставать это никому. Где враг? Конечно. Не разбил? Ну так, теперь разбил. Благословляет меня. Так, ну там мы уже найдем рудник. Да, блин. Катсцена сработала. Смотрите, рудник. Здесь мы и разобьем лагерь. Враг атакует. В укрытие! Боги милостивые, вы не ожившие мертвецы, вы живые! Мурадин? Мурадин Бронзоворот? Это ты? Проклятье, парень! Я и подумать не мог, что именно ты придешь спасать нас! Спасать? Мурадин, я даже не знал, что ты здесь. В любом случае, мне понадобится твоя поддержка. Мы разделились, когда наш отряд угодил в засаду. Будет здорово, если ты нам поможешь. Можешь рассчитывать на меня, Мурадин. Вперед! О, вот и гномы. Или дворф. Чем могу служить? Наши сразу кинулись уже добывать дерево. Вот, точнее, золото. Так, дополнительная задача. Пейте атаку на базу дворфов. Это мы можем. Вперед. Вперед помогать. Пока нам будут новые рабочие. У нас еще вертолет есть. Я помогу. Хороший план. Поздно просить пощады. Наши войска атакованы. Это вертолет полечить. Мы лечить только можем органическую цель. Это получается, скорее всего, мы можем только этот.
рабочими его починить. Никто не смеет предавать свет. Нам не добили, извини. Забылся. Недостойное создание. Так. Давайте, идите, чините. Правосудие свершится. Так, надо пробиться через... Кстати, а вот только что в этой в катсцене было больше вертолетов. Или нет, наверное, эти вертолеты были на базе Дворфа, защищали. Вперед. Раш по центру, так скажем. Что у тебя есть? О, у тебя есть станище молот. Хорошо. Так сказать, в нашем инвентаре добавилось побольше способностей. Так, иди почини. Чините. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сразу на базу напали. Неприятно. Ну, я думаю, мы отобьемся. Сейчас спасем дворфов сначала. На крайний случай, я думаю, мы сейчас... Это наша база стала, да? Я служу себе. Нам нашу базу напали. Хороший план. Похоже, Малгани спрячется где-то здесь. Сравняйте этот лагерь с землей. А где дворфа мы потеряли? Так, ладно, вертолет. Посылаем на помощь. Я служу свету. Жду приказа. Еще тут есть вертолеты? Есть. Тоже на помощь. Чего? Чини. Ваши войска атакованы. Вот сволочи, как они взялись. Давай вертолет тоже лети. Так, вот тут. Что тут у нас происходит вообще? Все печально? Ну так, да, ладно. Тут они нифиговую такую армию привели меня бить. Вертолеты могут бить только воздушную цель. Дичини. Ладно, мы тут крестьянами отобьемся. Тут он готовый есть. Вперед. Все. К работе. Ладно, тогда вы сюда летите. Что тут у нас? Армия укомплектована, да? Тогда вот этих двух гномов отправим туда. И вот этого туда. Так, вот так мы влазим все. Пехотинец не влазит. Ну ладно, хер с тобой. Вперед. О, вот, вот нам и пригодятся наши вертолеты. Разрешаю взлет. Давайте валите уже, бо они сейчас моего лекаря завалят. Кстати, Артас, ты что же можешь бить? Вот так вот. Так, тогда мы выберем эскадрилью под отдельную эту. Я так себе придумал. Мы выберем их под отдельный. Все, их носи. Отдельный отряд, чтобы мы могли их выбирать через двойку, к примеру. Через одиничку. Так, а тут что там? Пойдемте сходим там, где мы еще не были. Иди почини. Улучшение. Дерева у нас ни хрена нету. Немало у нас ферм. Правосудие свершится. Я ж не могу пройти, не разведав, что здесь еще есть. Конечно. Разумеется.
Наверное, тупик. Да, тупик. А откуда ж те черти на меня нападали? Они ж откуда-то пришли. А нет, вот есть. Тролль. С него ничего не выпало. Обидно. А, это он переродился. А, не успел. Хороший план. Да ладно. Конечно. Я служу свету. Хороший план. Так, где тут? Да, снова за работу. Иди на шахту. Так, там пацаны появились. Давайте. Пару ферм. Слушаюсь, милорд. Где враг? За честь и отвагу. Я помогу. В принципе, надо идти штурмовать, ничего. Я понимаю. Так, помогай, не стой. Свет благословляет меня. Разумеется. Конечно. И опять же, мы на базу сразу, да, попадем? Мы могли ли по тому пути пойти, или по тому пути. Ну ладно, пошли уже по этому же. Хрен с ним. А, сразу так. Второй отряд. Сюда. Правосудие свершится. Идем, 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 идем. Исследование завершено. Разумеется. Мурадин. Делай ветер. За честь и отвагу. Никто не смеет предавать свет. Так-то лучше. Разумеется. Ой-ой-ой-ой, как мы проседаем. Ладно. Правосудие настигло. Тогда сейчас придется ультимативную эту заюзать. Вот так. Мародину подлечить. Хороший план. Поздно просить пощады. Ну что ж, вперед. Умри, чудовище. Умри, чудовище, это точно. Поздно просить пощады. Так, нам надо немножко ретироваться, потому что нас настреливают. Этот база их не главная. Раз так уже выбирать, тогда выберу Мурадина похилять. Извиняй, дружочек. Чего? Лесопилку. Ой. Правосудие настигло тебя. Смотри, как они честно делают этих нетопырей. Да? Жду указаний. Дай мне цель. Одно ваше слово. Я помогу. Правосудие настигло тебя. Куда ты, гули, бежишь? Куда? Поздно просить пощады. Так. Четыре человека нам еще может пригодиться. Вот эти, наверное, вы будете. Шуруйте сюда, мы вас добавим в основную армию. Разумеется. Никто не смеет предавать свет. Главное, что у нас есть мортиры, которые помогают нам нормально настреливать. Опять заработал. Угу. Мы не можем, да? Что нам не хватает? Даже не знаю, что. Где враг? Хороший план. Вот и наше подкрепление пришло. Я служу свету. Одни стрелки у нас получились. Да, ваш свет. Правосудие.
правосудие свершится. О, улучшили. Конечно. И тебя, некромант, мы не забыли, не переживай. Ощути мой гнев. Разумеется. Да не, ребята, давайте с декура сначала, который по вам стреляет, потом всех остальных. Вот мы разнесли их базу. Хороший план. Никто не смеет предавать свет. За честь и отвагу. Поздно просить пощады. Где же ты, Малганис, дружочек? Мы пришли. Слушай, Мурадин, а что ты вообще здесь делаешь? Где-то среди снегов и льдов Нарскола скрыты древние врата. Говорят, они ведут в тайное место, где хранится рунный клинок Ледяная Скорбь. Мы пришли сюда, чтобы найти этот меч. Но чем ближе мы подходим ко вратам, тем больше нежити встает у нас на пути. Принц Артас. Мы не нашли следов Малганиса. Неважно. Он не сможет прятаться вечно. Капитан, я хочу, чтобы здесь был разбит наш лагерь. Слушаюсь, милорд. Вот такие вот дела. У нас появился новый союзник, Мурадин, который нам поможет найти Малганиса, нахлобучить его. Ну, а дальше уже будет глава 8. Раскол на следующее утро в новом лагере Артаса. Но это уже будет в следующей серии. Спасибо, ребятки. Пока-пока.